Мы уже убедились в том, что красивым девушкам все удается куда проще, нежели парням. Но что будет, если обычная деревенская девчонка захочет стать популярной суперзвездой? Помогут ли ей старые знакомые? Как к ней будут относиться простые мужики? И куда же направится наша героиня? Это «Покорение Вайнвуда» с Ленкой Залупенко. Приятного вам просмотра! Всем пламенный привет, дорогие друзья, давно с вами не виделись, с вами по-прежнему Диларензи и ваша любимая Ленка Залупенко. А это значит, что мы продолжаем наши приключения на любимом сервере. Ладно, ребята, приятного вам просмотра, давайте уже начнем. Поехали. Ну что же, армейские будни продолжаются, и я до сих пор не могу понять, где в этой гребаной армии переодеваться. Все, нашел. Не ругайте меня. Так, так, где тут выход? Так, это столовая. Господи, почему вы сделали такую сложную армию? Боже ж ты мой. Ох, тут проникновение. Нет. Вы что тут делаете, грязные бандиты? В общем, мы находимся сейчас в секретном отделе армии ЛС. Ой. Ля, пацаны, я походу здесь застрял. Пацаны, это пиздец какой-то, я не могу выбраться. Да что с этим миром? А мне так! Во, все, наконец-таки я нашел выход. В принципе, в нашей армии достаточно весело, но вы видите этот чемоданчик, да? И люди, которые его постоянно видят, думают, что я дохера какой миллионер и просят у меня деньги. Друзья, я больше так не могу, нужно как-нибудь по-беспалевному выбраться из базы и положить эти денежки на карту. Давайте как-нибудь это сделаем, только это будет сделать достаточно проблематично, потому что я нахожусь постоянно над надзором каких-то левых чувачков. Ну ладно, давайте, ребята, попробуем втихаря как-нибудь это сделать. Так, все, я нашел вроде бы удачный момент. Тут стоят пару джипиков. Давайте по-беспалевному как-нибудь возьмем один. А! Ты кто? Ладно, все, убегаю. Просто проверила состояние машин. Все в порядке. Надеюсь, меня не уволят? Все нормально? Блять, ваш ранг недостаточно высок. Так как оказалось, ни в одно транспортное средство я сесть не могу. Так, я вроде бы нашел пустое КПП. О, все ребята походу пошли на построение. Ну ладно, нам от этого только лишь лучше на самом деле. Убежать-то мы убежали, но нам еще смотрите, как далеко бежать. Ё-моё. Стоп, я вижу мусорщика. Бро, докинь, да. Банка. Не могу, занят. За 1к. Мигом доедем. Как же быстро меняют людей деньги в Сампе. Ну ладно. Все пытаются заработать денег. Это нормально. Так, здорово, китаёзец. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Очень сложный пароль. И пополнить счет 6500. Господи, это все мои сбережения. Надеюсь, их никто не украдет. Теперь давайте достанем транспорт или водителя, чтобы вернуться обратно. Оксанка-хулиганка. Здравствуй, Оксанка-хулиганка. Я уверен, ты настоящая. Это не твоя ли машина? Бро, открой тачку. Она твоя? Я тебе не бро. Тогда какого хера ты мой ник взяла? Так, чувак, здорово. Тебе эта машина явно не нужна? Погнали! Фак-да-щит-бнига. Да, наша расхитительница чужих машин снова в деле. Оу. Господи, нас сейчас точно уволят. Все отлично, мы слились с толпой военных, все здорово. Фух, ребята, у меня так яйца еще никогда не тряслись. А тем временем полковник в армии проводит какую-то тренировку, загнал нас в этот огромный зал. И за станочек херачим, перспективная работа. Да, мы так обязательно когда-нибудь станем суперзвездами. Все, бабушка, верните мне, пожалуйста, Ленку. Я не хочу больше горбатиться тут, смотреть на вашу вонючую жопу. Может быть, нам удастся найти какое-нибудь более лучшее себе применение в армии? Так, какого хера меня ТПшнул админ? Че ему надо? Приветствую. Ваш аккаунт? Наш? В смысле наш? Мой. Где регистрировали? Страна, город, провайдер. Город Уфа. Башинформ. Связь. Извиняюсь. Вот так вот я сейчас пообщался с админами. Круто. Только какого вот члена происходит? Я не знаю, ну ладно, окей. Да блять, хватит мне звонить. Надо этот телефон, сука, офнуть, блять. Хорош звонить, блять. Ага. Просто хорош звонить. Да, блять, как же с вами еще разговаривать, а? Парень или тёлка, успокойся. Выброси свой телефон куда-нибудь. Тебе чё, заняться нечем? Ты думаешь, я фейк? Я не думаю, а знаю. Ты чё, совсем дурак? Оксанка, это мой второй аккаунт. Ну что за дебилы пошли, а? Ну попробуй зайти. В смысле? Блять, меня убили, отлично, здорово.
Ребята, если вы смотрите это видео, пожалуйста, не названивайте на мой телефон, я просто его выключу сейчас навсегда. Чё? What? Давайте правильно напишем. ID Оксанка Хулиганка. Оксанка. Стоп. Чё у меня вылетело, блять, алё? Так, я зашел опять, чё за... Так, парни, я вообще не понимаю, что происходит. Секундочку, подождите. Сейчас мы продолжим наши приключения. Ребят, я тут не понял. Это фейк с такими деньгами был? Или это мои деньги? Так, стоп. Кого я спрашиваю? Давайте я просто возьму и зайду в игру. Так, если бы меня взломали, я бы сейчас не смог зайти на сервер. А вот мне окно парольное выдало, поэтому... Я залогинился сейчас за админа. Давайте посмотрим, Оксанка. Оксанка лучшая мамка. Блять, какая нахуй лучшая мамка, ёб твою мать. В общем, я сейчас связался с администрацией сервера. Мне сообщили, что на мой аккаунт заходили из Нидерландов. Из Нидерландов. Короче, друзья, сколько вы об этом писали, и это случилось. Никогда бы не подумал, что это буду делать, но... Оксанку забанили. Ебать, я возвращаюсь в Уфу быстро на. Пацаны, Оксанку забанили на стриме. Шок. Эшкеря. Друзья, извлеките, пожалуйста, из этого урок. Ставьте обязательно всегда сложные пароли. Привязывайте e-mail. Ставьте Google защиту, это вас обезопасит. У меня, к сожалению, ничего этого не было. Поэтому, видимо, меня взломали. Ну ладно, я постараюсь все это восстановить. Ну а на этом все. Видео подходит к концу. Приключения мы устроим, наверное, уже в следующий раз. Ну а с вами был Делоренти. Учитесь на чужих ошибках. И всем пока. Хуй. Нога.